понедельник, начало недели, и поздравляю с весной, с 1 марта. Желаю здоровья, желаю, чтобы все мечты и сбылись, и самое главное, чтобы хандра зимняя прошла. С весной вас! У нас как, или какать, или сорочка короткая. Говорю, Саш, полезь в подвал, возьми консервацию, надо завести маме. Потому что мы не ему, банок нема, и все забыто. Он открыл подвал, каже, Алла, иди подивись, что там робиться. Посмотрите, ребят. Грунтовые воды поднялись даже по цементу. Сейчас я свет включу. Офигеть. Вон, смотри, свет сейчас, включу. Подожди, сейчас я наклонюсь. Сейчас, потому что, ой, ты ж такой швидкий хлопец, а я не... Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, все поплыло, ребята, все дорожки, все. Вот это давно да. Давно такого не было. Давно не было. И представь себе, цемент. Зацементировал Саша здесь все капитально. Подняли как? Она же глубины, наверное, метр Саша поднял, потому что воды у нас было. Мы в сапогах туда залазили. Не было столько вод. А сегодня поднялась вода. Ай-яй-яй. Санечек, давай миску там, сейчас я тебе дам. Я хочу тебе миску. Не, свернем эти тряпки, вынесем на улицу. Чего же они там будут вонять, да. Ну, одевай сапоги. Потому что смотрите, сколько там консервации, ребят. Посмотрите, не залазил, сверху показываю. Посмотрите, сколько консервации. Я вверх тормашками показываю, извините. Вот так, вот так. Но мне неудобно. А мамы нету. Отвезем. Пусть кушают. Вот, блин. Так, сейчас я положила эту, потому что я на начатую банки будем ставить. Да убывайся тут, Саша, куда ты лезешь туда? Да я же тут так обуюсь. Так раз. Вот вы кажете, выкинуть миску. Бачите, сейчас вот эту миску положим, дорожки эти. Вытащим мокрые, какая-то выкинуть. Не, если бы мы в квартире жили, мы бы уже давно выбросили. Конечно, а хозяйство... А так, где-то что-то. Что-то грязное. Да не, она для рыбы шикарная, Сань. Обалдеть, я даже не думал. И я даже думать не думала, ну, Жорсе, Сань. Вот не было. И так капитально все сделали. Но у нас беда, у нас почему трескается дом, то почему фундамент, у нас очень близко грунтовые воды. Давай сюда тряпку, Сань, тут давай. Вот так прям, только чтобы на голову тебе не лилося. А может на миску потом, нет, миска не выйдет сюда. Давай сюда ее ложи. Нет, со станции не похоже, чтоб текла. Ну мы ее выбирать не будем, Саш, ты что, издеваешься? Всю воду. Опа. Нафиг надо. Хорошо, по чуть-чуть. А чем ты его? Да подожди же, еще ж есть сколько снега на этом. Да уже практически весь ушел. Да, ну слава богу. Не облейся. Давай. Опа. Все. Ну если в огороде полностью вода стояла. Да ковры намочить. Вытаскивай вот сюда, став, Саш, на эту тряпочку. Чтобы не замазать. Ну, не, со станции нету. Не похоже. Вынимаю там все. И крыш, мекры. Что это так? Это зеленые помидоры. Давай, они все поедят. И нам баночки будут. Это вкусно мы ели. Только вот это острое давай, бо они его не смогут есть, что мы ели. Пускай едят. Вот видите, эти кабачки, что я вам показывала. Очень вкусные они. Такие тверденькие, хрустящие. Там надо еще мукбан по всем консервам делать. А тут такой перец есть. А ну покажи, какой перец. Ну а, давай. Большая банка. Маленькие банки давай. Ну давай, яка есть, Саша. Мы заберем все банки обратно тогда. А, сейчас, сейчас. Просто что стільки консервации мы и не поем. То же, как Димка был, то ел. А теперь что? Так, вот это им... Нет, это остро не надо, Саш. Да одну разбавить что-нибудь. Это очень остро то, что получилось. Ничего. Ну ладно, давай одну баночку. Давай. Вот это что? Давай я посмотрю, что же. О, это вкусно. Это огурчики по Виталькиному рецепту. А, это кабачки с огурцами. Ну давай, это очень вкусно. И нам достань нам такое. Такого. Так, икру. Нам тоже вот такое достань. Это очень вкусно. То я делала огурцы по Виталькиному рецепту, а это с кабачками. Оно такое, знаете, сладко-кисло-острое. Давай икры побольше. Вот такое давай. Это таке самое ты уже дал. Это же таке. Вот такое. А ну что это? Ой, это яблоки. Кстати, она сказала, что вкусно. Это, господи, это уже стоит целый второй сезон. Да. Это перец с болгарскими яблоками. То есть наоборот. Ну это же те, что ты... Ну это нам. Це... А, это с грибами. Видите, это то, что вкусно с грибами. Огурчики с кабачками я делаю. Это очень вкусно. Мы себе баночку оставим. Давай еще.
Выгребай, выгребай там. Икры давай еще. Это, между прочим, вкусные яблоки с этим. Такое ты уже давал, Саш. Ну, ты... а другой день я тебе возьму другой. Как там сколько всего? Другой нету. Ничего. Ну, давай, давай побольше банок. Грибов дать? Грибы. А грибы давай, у нас там есть. Ну, давай грибов. Что же не будет стоять? Давай. Мне один мужчина написал, вы не можете мне продать грибов. Кажу, да не, мы ж угощаем. И так же ж. Да давай пару банок, Сань. Грибочки. 100% классные, потому что в автоклаве стерилизовали в этом году. Смотри, смотри, какие красавульчики, беленькие всякие. А что там по огурцам? У нас в этом году мало огурцов. И помидор мало, да? Давай банку. Чего, огурцов? А ну покажи, які. Бо помідор нема, я знаю. О, давай, все, хай будуть. Ну, деякі огурчики. Як дзвон, тверденькі. Гляньте, які незморшкиваті. Ну, от дивись, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, якраз 11 банок. Фати, вилазь. А нам що-нібудь достань. А що? Ну, огурчика можеш. У нас нічого немає там. Доставай, як воно наверху, то ми їмо, Саш. Огурчика достань, гриби у нас єсть. Вот эти вкусные. Можешь еще. А буряк есть такой в банке. Буряк? А ну давай буряк. А то буряк я делаю. Вот такое нам достать. А что это? О, да, конечно, это перец, это вкус. А такого нема, бабушки? Это печеный перец. А ну-ка, что это? О, это буряк, она любит. Вот это буряк очень тоже хороший. Вот это буряк. Там. Нема перца вот такого, Сань? Какого? Вот такого. Подожди, сейчас посмотрю. Грязно, дружки, баночка. И нам баночку огурцов достань, Сань, чтоб уже ты туда не... Вот такой есть. Да, это такой самый, давай, да. Кажет, это такой самый есть, да. Красавец наш перец, он такой вкусный. Все, это им одна банка, и нам одна банка. Это нам. Все, Саша. Дивите, какие огурцы, не то, что я там достала банку одну. Ну, вот сюда, да. Дивите, какие гарные огурчики, дивите. Прямо вообще, как звон. Посмотрите. Ну, это, по-моему, со шкурками. Я это не чистила, я уже не помню. Как обычно, я чищу, но это, наверное, так. Да. Так, вылазь, да, уже оттуда. Вылазь. Вот что говорится, что нужно периодически проверять все свои хоромы, подвалы, все на свете. Мы думаем, да что там все нормально. А воно, бачишь, як? Мы б его нафиг вообще засыпали. Ну, куда эти банки девать? А станцию куда? А и станция ж, да, да. Ну, в Лене с Вовой там вообще до станции мелко, вот так у них. Ну, там по пояс. А в тебе сколько? А, у них мельче. У них мельче, у них меньше вона вообще. У них же вот так, только чтобы станцию взять и все. А у нас банки... Потому что у них тоже вода близко. Поэтому конечно, но у них трошки дальше. Так что такие пироги. Хорошо, что? Что-то у нас тут везде, во всех вода близко. Потому что у нас болото раньше было. Все, убираюсь, потому что я чистила ноги. Так, ну что, Саша перетаскал все уже банки. Будем ехать. Коврики сохнут. Такая погода. И сказать, что мороз нет, но такой какой-то ветер срывается. Ну, нам ли жить печали, нам ли сидеть дома? Нет? Все, поехали. Мы уже дома. Смотрите, какой студень. Этот, как он называется... Лоточек нам дала, так что мы ему холодец. На день рождения Юрия мы еще готовы, видишь, пошатается.